Комунальне підприємство Дорожньо-експлуатаційне управління Славутицької міської ради – одне з взірцевих серед комунальних підприємств міста, що не лише відповідально ставиться до своєї роботи, а й максимально звітується щодо виконаних задач у соціальній мережі Facebook. Ми зустрілися з керівником підприємства Сергієм Шершнем і підвели певні підсумки робіт, виконаних за літній період. Ну, у нас в этом сезоне большая работа была проведена прямо с апреля месяца. Мы ремонтировали дорогу на Микшуновку. Вот. В короткий период времени она была у нас по возможности проведен ямочный ремонт. И, в принципе, нам нареканий каких-то от жителей не было. И очень многие писали спасибо. Вот. Большие работы у нас были проведены. Вот сейчас мы провели работу одну сторону до якоря. Провели ямочный ремонт, сейчас ждем тоже асфальт и будем на обратную сторону тоже будем проводить ямочный ремонт. Из больших таких объемов, которые мы сделали в этом сезоне, это у нас, чем мы гордимся, это переход на Сельпо. Восстановили мы тропу здоровья, красиво сделали. В Добрынинском квартале у нас после ремонта инженерных сетей мы проводили ремонт там тоже по восстановлению асфальта. Тоже большая работа и тоже красиво сделали. Занижаем по возможности и бордюры, для того, чтобы было удобно ходить людям с ограниченными какими-то возможностями, с колясочками молодым мамам. Поэтому тоже вот такие вот работы проводим. В этом сезоне мы провели порядка 3000 квадратных метров ямочного ремонта. То есть это и нашим рециклером, который сейчас вот работает, и также мы покупали асфальт и в готовом виде тоже проводили эти работы. Вот. Поэтому мы старались, я так надеюсь, надеюсь, что будет лучше и лучше. Очень много у нас, мы информации вывешиваем в ежедневном режиме на Фейсбуке, где можно каждый день видеть нашу работу, которую мы работаем в ежедневном режиме. Вот. Раньше у нас было всяких там писали хороших и не очень. Сейчас больше пишут спасибо, благодарят за нашу работу. Стараемся, будем дальше, надеюсь, тоже работать, удовлетворять потребности жителей нашего города. Окрім ремонту доріг, комунальне підприємство ДЕО своєчасно і в короткі строки виконує демонтаж роботи старих дитячих та спортивних майданчиків, а також встановлюють необхідні дорожні знаки. Наостанок цікавимося в керівника КП, що ще планують встигнути до першого снігу. Ну, будемо дивитися по погоді, але у нас в планах теж ми хочемо всю дружбу народів переділити всі абсолютно возле школ. И возле Союза все пешеходные переходы сделать, вот как мы сделали возле Сельпо. Хотим поменять все знаки на европейские пешеходные переходы красивые сделать. Вот это тоже у нас в ближайшее время, вот я надеюсь, мы успеем в этом году. Не успеем, значит, перенесем тогда уже на следующий год.